начало апреля, утро, раннее, без пяти примерно 9, где-то так. А люди купаются, но немного желающих сегодня, да и рано еще. Вчера нам удалось искупаться, правда, после обеда пошел дождичек, а позавчера вообще был проливной дождь, и мы не смогли даже побывать на море. Сейчас волна не очень большая, но мы купаться не можем, еще и воздух не такой уж горячий, ну и вода холодная. Вчера мы купались, примерно 17 градусов вода. В этом году, похоже, температура воды даже ниже, чем в это же время в прошлом году. Примерно градус холоднее, а может даже чуть и побольше. Да, слишком долго плавать не будешь. Все-таки еще вода бодрит. Да и песочек с утра, к тому же, он не горячий. А, видео, да. Люди с утра делают гимнастику. Приятно посмотреть, как люди занимаются. Приятно посмотреть, как люди проводят время правильно. Вот искупались они в море, теперь делают зарядку, чтобы быть молодыми и сильными в 90-50 лет. В 90-50. Правда, красивое сегодня утро. А мы прилетели из Санкт-Петербурга, но живем не в Санкт-Петербурге, а еще оттуда 300 километров. А, так вот они из Санкт-Петербурга. А, они из Санкт-Петербурга. А вы? А я из Перми. Я дедушка. А, вы дедушка. Ясно. Это ваши такие молодцы. Они уже рано начинают купаться. Рано, рано. И, я смотрю, они ведь не зазябли сильно-то. Они, не тряслись, как бы я... закаленные. Закаленные. Органи, они говорят, не, не органи. Надо их ругать. Молодцы они. Вот сегодня солнечный день, и люди пользуются возможностью побыть на пляже, может быть, даже позагорать немножко. И... тот, кто посмелее, даже купается. Два предыдущих дня здесь в Аланье шли дожди. Правда, они были не такие незначительные, слегка накрапывал дождичек, но оба дня предыдущих были полностью пасмурными, поэтому мы даже вообще не ходили на море. Сегодня, вот смотрю, даже люди купаются вдали. Загорать сегодня вполне можно. Правда, температура по прогнозу Гисметео 19 градусов, но на самом деле на Санцепёке достаточно жарко. Я когда вязала около бассейна, мне приходилось несколько раз спускаться вниз к водичке, чтобы слегка охладиться. Для того, чтобы было отдыхать комфортно, удобно на пляже в Аланье, посмотрите, сколько нужно вложить труда. Вот через эту сетку песок пропускают, как мы муку, перед тем, как выпекать из нее какие-то кондитерские изделия. Так и здесь песок очищают от камня и мусора, а потом распределяют по всей набережной вдоль моря, чтобы было уютно и комфортно отдыхающим. В Аланье вовсю идет приготовление к пляжному сезону и встрече многочисленных туристов, которые приедут сюда отдыхать, загорать, путешествовать, гулять. Сейчас мы видим, как пропускают песочек через сетку, освобождая его от мусора и камней.